Уважаемые жители и гости городского округа Щелкова, на всей территории Московской области введен особый режим с целью предотвращения распространения коронавируса. Для вашей безопасности мы закрыли парки, детские и спортивные площадки, места массового пребывания людей. Помните, что целью внеплановых нерабочих дней является профилактика распространения инфекции. Очень важно, в это время проявить гражданскую сознательность. Не покидайте свои дома, не выходите на улицу без крайней необходимости. Если же вы покинули свои квартиры по уважительной причине, прошу соблюдать у вас меры профилактики и необходимую дистанцию в полтора метра от других людей. Помните, что даже люди без симптомов могут являться переносчиками коронавируса. Соблюдая эти простые меры предосторожности вы защитите себя и своих окружающих. Берегите себя и своих близких.